Сучасна хореографія різнобічна, неочікувана і дуже харизматична. І саме такого гостя ми сьогодні запросили до нашої студії. Олексій Суровцев, виконавець еротичного танцю, засновник театру екзотичного жанру. Ось так ми вас представляємо. Бо насправді супер танці, які ви представляєте. Але мене більше вражають ось ці постановки, ідея сама. Ідея не просто танцю, а ідея життя, ідея якоїсь сцени. Чому саме такі от у вас з'являються вони, такі думки? Звідки, що і чому ви їх хочете перевести на танець? Ну, на самом деле, здравствуйте. На самом деле, ідей очень много и реализовано, наверное, процентов 10 идей, которые находятся в голове, на самом деле. Ничего себе. Ну, який потенціал? Ну, если бы хватало времени, хватало денег и других там основных ресурсов для этого, то, наверное, было бы больше результата, но как они появляются? Да на самом деле, я не знаю. Даже иногда такое бывало, что я просто спал, мне что-то приснилось. И бывает, меня вдохновляет там музыка, какой-то концерт какой-то, к примеру, да, сходил там на Дженнифер Лопес, сходил, что-то вдохновило. Там. Ну или, к примеру, там фильм какой-то. Идей очень много, и тут приходится выбирать самое такое, самое интересное. И есть номера, которые для души, вот для себя, да, вот как у каждого певца, к примеру, там, ну я не знаю, там, к примеру, Лариса Долина, отличная джазовая певица, но на самом деле поет для... Те, що треба народу, як то кажуть. Поэтому у нас точно так же. Есть номера для себя, которые... А які у вас для себе? Ну, мені просто дуже цікаво, бо ви ж людина насправді різнобічна. Для себя это что? Ну вот мне, к примеру, очень нравится номер Джека Воробья, да, вот мне очень нравится его образ, внутреннее, да, образ, внутреннее его состояние. Но, ну как-то, я не знаю, людям он так себе заходит, как-то, поэтому я его работаю иногда только для себя. Конечно же, вот там Майкл Джексон, очень уважаю его творчество. Но этот номер, он как и для себя, и для людей. То есть вот есть такие номера, которые вот я хочу. Все, вот я хочу. Есть номер, к примеру, там, где я играю на гитаре вживую, там рок-музыкант номер. Да, этот номер исключительно для себя. То есть я играю там блюз, там, это вот для себя. Мало кто из людей, которые приходят в ночные клубы, не берем сейчас театральную сцену, да, берем ночные клубы, мало кто из людей понимает там в такой музыке или ценит и так далее. То есть у вас еще можно роздивитися с другого боку. Вы, на самом деле, не лише ось такие танцівник, а ще могли би і грати, і співати, і ви ж ще й плануєте співати. Я і співаю, і пою. І от зараз готуємо проєкт один. Я не буду прямо називати, що, як, тому що я поки не зробили, поки не показали, я об этом так сильно не розпространяюсь. Но я там пою, і якщо б ви знали, які пісні я там пою. Ой, та я вже хочу послухати. Я сам це хочу послухати, тому що... А коли це буде? Іде? Це буде от вже, що у нас там, воскресенье, вже прем'єра у нас в Запорожжі. А, ви вирішили не тут показувати, не шокувати не своїм город, там хочете подивитися, як будуть на вас. Да, буде все хорошо, я уверен. Звичайно, що ну я не сумніваюся в жодному разі. Да, ну і взагалі в проєкті, от, знаєте, життя, вона так сводить з людьми, от прям в определенний момент життя попадаються такі люди, которые прямо вот вдохновляют, дают какую-то возможность реализовать себя в том или ином направлении. И вот буквально недавно произошла одна встреча, и у меня сразу столько планов появилось на весну, на осень. Ничего себе. Столько так сразу проектов. Кого вы застрели? Волшебник. Да нет, это даже не один человек. Вот просто как-то от знакомства к знакомству переходишь и узнаешь, а можно, ну, и человек говорит, а можно сделать вот так вот? И ты думаешь, блин, а как я до этого не додумался? Я хочу сделать вот так. А давайте мы вместе что-то сделаем. Ну, короче, вот такие спонтанные знакомства творческие, они всегда, мне кажется, ведут к какому-то успеху.
Ви дуже працьовита людина. І часто, коли дивишся, як ви викладаєтесь на сцені та і взагалі в будь-яких ваших роботах, коли от просто ну, ти бачиш, що людина виклалась і все. Ви потім вижити як лимон, чи ви потім можете ще більше працювати? Бо знаєте, як кажуть, працюєш в плюс і ще можеш далі. Значить, от скажу, допустим, по останнім спектаклям, які пройшли. От у нас в декабрі було там 5 спектаклів. Значит, из этих 5 спектаклей, я не буду называть города, которые, чтобы не обидеть там, но один спектакль меня выжал полностью вообще. А почему так? Ну, вот не было отдачи зрителя, что-то пошло не так. Там, не знаю, там, ретроградный Меркурий вроде бы прошел, но там, ну, я в это особо там не верю, не разбираюсь, но там где-то что-то Луна повлияла, наверное, ну, вот... Это может быть даже зависит от площадки, где мы, да, вот один человек зашел, что-то не понравилось, там сел, холодно, ага, тут неудобное сиденье, второй, и вот это вот такой снежный ком накатывается, и там задержали выступление, может быть, еще что-то, да, и вот когда выходишь на сцену, и вот это вот такая... Грусть, отрицательная вот эта вот такая аура этого заведения, ты его чувствуешь. Вот, но это был первый, почти сказал, ну, короче, один из спектаклей был вот такого плана, но потом пошло как по нарастающей, лучше, и в конце итоги был Днепр, родной город, который нас зарядил настолько. Ну, это же видный стиль. Да, ну, во-первых, спасибо, Днепр, родной, любимый, спасибо большое за аншлаг, за, не было ни одного свободного места, и за цветы, за ваши овации, за ваш прием. В общем, это было настолько, и это вдохновило дальше вот работать в этом направлении, и вот сразу появилась куча идей также. И потом, через день, появились эти люди, которые помогли. Ну, бачите, як воно все одне за одне чіпляється, і ти розумієш, скільки всього ти ще можеш зробити. Ну, от я так бачу, що такий якийсь сплес, такий якийсь, ну, ще не пік, звичайно, а така сходинка наступна. Да. І все це піднімається і піднімається. І дай Боже, щоб були можливості. Бо ну, можливості... Ну, нічого страшного. Віддохнем, поспім в следующей жизни, як говориться, да, на пенсії. Треба ще ж підтримка фінансова, бо з такими проєктами на одному ентузіазмові, мабуть, не виїдеш. Треба ще вкладати. Да, треба. Но я к деньгам отношусь очень просто. И, наверное, в этом и мой успех такой в эротическом шоу, да, ну, я считаю, что для Украины я достиг максимума в эротическом шоу, то есть выше уже, ну, тяжело будет прыгнуть, и, наверное, успех в том, что я никогда, у меня не было цели заработать денег, ну, вот именно в этом, да, я кайфую на сцене, я кайфую от своей работы, и хотелось просто дальше и дальше и дальше развиваться, и поэтому, то есть, постоянно что-то заработал, не жалея денег, сразу туда вложил, дальше, чтобы вот эта ступень, чтобы не было ни в коем случае направления вниз. Угу. Тобто йти і працювати. Конечно. А не буває такого, що, наприклад, от ви знаєте, що ну, якийсь є проект, він грошей не принесе, але, можливо там залишаться якісь там про нього спомини, так то кажуть. Що ви розуміли? Коли я починав... Я начал танцевать в 22, до этого вообще не танцевал. Я там был в сборной Украины, там спорт, там все дела, и у меня была работа, и достаточно высокооплачиваемая, я не помню. Ну, на то время, там, мне 22, но я зарабатывал неплохо денег. И я начал танцевать, чтобы вы понимали, за 15 гривен за ночь и борщ. Ну, вот моя зарплата 15 гривен за ночь, зарабатывая там несколько тысяч на то время, это далекий какой-то год. Еще это все покинуть вот, довелось? Ну, не сразу, постепенно, когда я уже понял, когда моя зарплата в танцах уже сравнялась. Вот опять же, да, я начал за копейки, я не знал, там принесет это мне, мне просто нравилось. Просто я понимал, что нужно вкладывать в себя, в свои костюмы, обувь, постановки, развиваться и так далее. Вот, и, соответственно, вот это привело к тому, что сейчас это моё основное хобби, моя работа. Это, наверное, об этом только можно мечтать. Так, а ми тільки що говорили саме про це, що якщо людина шукає собі роботу і вона розуміє свій потенціал, свої можливості, але, можливо, на зараз немає стільки грошей, а вони обов'язково будуть, прийдуть. Обязательно, конечно. Ну, я ж говорю, жизнь такая штука, що вона сама
Она сама за тебя решает, чем ты будешь заниматься. Ты хочешь там чем-то, ну, от того, что тебе не нужно, тебя отводят. Я хоть слишком не верю вот в это, но череда последних событий, на самом деле, говорит совсем обратное. Поэтому, ребята, задумайтесь. Треба замислитись, звичайно. Да. З приводу такого театру вашого, це вже дійство серйозне. Це, ну, якщо там одинаків виконавців жанру еротичного, їх, ну, в принципі, вони є, так? То такого театру, ну, я не знаю такого більше. У вас він один. Один. Ось такий театр. Okay. І щоб його розвивати, мабуть, для того багато чого потрібно, і, можливо, і колектив. Так? Як підбираєте? Це ж треба дивитися на людей, щоб вони ж були з вами на одній хвилі. В першу чергу, да, ви правильно говорите, на одній волні. В першу чергу, чоловік повинен гореть цим. Якщо, ну, коли я набираю людей в танцювальну труппу, скажімо так, да, і человек проходит там собеседование, да, просмотр, и один из вопросов я задаю: сколько ты хочешь зарабатывать? Если мне сразу, а я хочу там, то человек нам не подходит. Если человек ставит приоритетом заработок денег в этом ключе, то нет, мне нужны именно люди, которые не то чтобы там на энтузиазме, да, понятно, что деньги к тебе придут, когда ты чему-то научишься, когда ты будешь из себя что-то представлять, в любом случае деньги к тебе придут. Вот. Но для того, чтобы достичь этих высот, нужно не думать о деньгах, нужно думать о саморазвитии. Вот это самый главный критерий, чтобы человек хотел и горел, да, хотел заниматься тем, вот, что мы предлагаем, скажем так. Ну и потом, конечно же, там, внешние данные, конечно же, научиться танцевать, ну, любого можно, в принципе, хотя нет, не любого, были тяжелые, крайне тяжелые случаи, но в принципе, в основном, но даже человеку, который не умеет танцевать, я находил там применение, ну, там, выйти красиво, статист, там, постоять. Гарно постоишь, не умеешь танцевать. Да, да, то есть дерево в театре тоже нужно, да, его нужно тоже нужно. Ну, вже трупа сформувалася. Скільки вже людей? Ну, там, 7-8 по-разному. Но хочется, ну, это вместе с актерами, да. Конечно же, есть основной костяк. Там 3-4 человека. Все остальные могут меняться, потому что люди такие люди, что когда человек, вот приходит человек, говорит: да, Алексей, чуть ли не Анатольевич, там, вот, я готов вас слушать, я буду делать... А я только хотела оце якраз запитати. Вони ж всі хочуть бути схожими на вас. Я буду... Но после некоторых выступлений, когда человек понимает, что вроде бы как хлопают ему тоже, да, на самом деле хлопают, в общем, он принимает на себя, думает: блин, я крутой. Вот это вот такая, ну, скажем так, звездная болезнь, да, ее проходят все, я проходил, но не все ее переживают. И когда у человека появляется свое вот это вот мнение, но он еще не сформировавшийся артист, танцор, актер и так далее, это очень губительно. И, ну, когда он пытается что-то там, объясняешь ему: ну, я опытнее, я знаю лучше. Это, ну, это взагалі страшно. Это, багато про поэтому, це говорят. Поэтому... Как это сказать, утечка, да, текучесть кадров тоже, она постоянно. Постоянно приходят, уходят, приходят, уходят. Ну, кого выгоняю, кто сам уходит и так далее. Да. Ну, тобто вы такий жорсткий, такий, ну, вимогливый викладач. Ну, а без этого никак. Ну, я вроде, ну, на самом деле, наверное, меня многие не любят за это. Ну, я очень требовательный. Вот прям и к себе, и к другим, и к там арт-директорам, заказчикам тоже. Ну, то есть я приехал выступать, почему у меня гримерка? Я не требую там черные шторы, красные, елочку и так далее. Мне просто дайте стул, воды, зеркало, свет. Все, минимальные, да, наборы. Бывают в таких местах переодеваешься, просто вот. И поэтому, вплоть до того, что было такое, приходишь в клуб, нет стула в гримерку. Дайте мне стул, а у нас нет, да, я не выйду. Ну, как? Я не выйду.
Ну, я просто насправді пишаюся дуже тим, що ви робите. Ну, сама пишаюся, бо я бачила, наскільки витончені рухи усі. Тобто, хореографія поставлена, як на мій погляд, досить продумано. І кожен рух, він відповідає тому, що було заплановано. Не просто так. Скільки це треба взагалі працювати над, хоча б над одним номером? Значить, треба усіх підкоректувати, а з вашою вимогливістю це взагалі? Значить так, розкажу. Пригласили меня в проект «Танго», да? Ну, там играет оркестр, ну, коллектив, и мы танцуем танго. Да? Я с танго вообще никакого, вообще не имею никакого отношения к танго. Мне говорят, значит, через там, месяц у нас концерт, билеты уже продаются, вы на афишах, спасибо. Вот я это говорю за тех людей, которые позволяют и заставляют двигаться вперед. Угу. Он говорит, так, слушай. А хочешь, не хочешь, а повинен, да, все. Надо, надо три танца. И ты понимаешь, что за месяц три танца вообще никак. І в кінці тоді напрягаєшся і вивчуєш. І робиш усе. Да, от останній танець танго, який дуже багато, який ми прем'єру зробили от в спектаклі нашому в Дніпрі, дуже зібрав багато положительних відзивів, і мені це так приємно, що прямо я ну, на танцора похож. І не сумнівалася ніколи, я бажаю вам великого успіху і надалі. Щоб ви збирали величезні аудиторії, нехай люди дивляться, нехай приходять, отримують насолоду. Насправді, це таке мистецтво, яке ще буде жити, і я так розумію, що ви його трансформуєте під себе. Є усе для того, щоб все це зробити. Я вам дуже дякую. Спасибо. Приходьте большое до нас ще, ну, а ми з вами прощаємося вже до завтра. До побачення.